Было время, когда по улицам нашего города автомобили, конные повозки и пешеходы двигались сами по себе. И не существовало никаких средств или мер ограничения движения. А началась история ГИБДД Котласа с одного инспектора. К сожалению, сегодня многие имена и даты утеряны. Но, возможно, когда-нибудь городские краеведы возьмутся за восстановление истории Котласского ГАИ. А сейчас, после долгих лет становления и реформации, на дорогах Котласа свою службу днем и ночью в любую погоду несут около 60 сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работа это нужная, работа важная. Вот. На мой взгляд, инспекторов у нас на дорогах еще недостаточно, надо больше. Вячеслав Кашин, новый начальник Котласского ГИБДД, к работе приступил неделю назад, однако уже имеет четкие планы своей будущей деятельности. В первую очередь, снизить уровень детского травматизма и количество нетрезвых водителей на дорогах города и района. Уважаемые сотрудники отдела госавтоинспекции, уважаемые ветераны госавтоинспекции, поздравляю вас от всей души с 81-й годовщиной образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, желаю, чтобы в ваших семьях все было хорошо, карьерного роста с действующим сотрудником, приятного времяпрепровождения пенсионерам, ну и всем всего самого наилучшего, пусть все у всех у вас будет хорошо.